Представительный турнир по боксу в честь памяти первого директора Омского нефтезавода Александра Малунцева существует уже 39 лет. На этот раз решалась судьба 120 боксеров-юниоров из 12 регионов Сибири. Когда-то с этого турнира свою карьеру начинали будущие олимпийские чемпионы Александр Островский и Алексей Тищенко. Сегодня чемпионы Олимпиад вместе с другими легендами бокса приехали в Омск для того, чтобы вспомнить свои успехи и понаблюдать, как растет мастерство подрастающего поколения. Очень важный результат – посмотреть боксеров, что у нас подрастающее поколение. Тем более этот турнир дал путевку в жизнь Леше Тищенко, там, Александру Островскому, там, Петру Галкину, Шамилю Сабирову, Вячеславу Ину, ну, все олимпийские чемпионы. Они проходили через этот турнир. И очень интересно посмотреть, есть ли будущие звезды, будущие надежды. Мне вообще нравится у вас здесь бывать, потому что само отношение даже спорткомитета, вот отношение Кирилла, президента Федерации бокса, это видно, что это любовь к боксу. Он проявляет свою любовь, он стремится, чтобы все пацаны вот ваши выступали, чтобы они повышали свою специализацию, повышали мастерство свое. В день финалов трибуны были переполнены. Омские спортсмены выступали в 4 весовых категориях из 11 представленных. На первенстве Сибири омичи добыли 7 медалей и заняли 3-е место в командном зачете соревнований. Турнир получился сильный. Тут достойные соперники со всех регионов Сибирского округа. И если ты выигрываешь эти соревнования, то ты попадаешь на первенство России. На голову выше и сильнее хозяев оказались сборные Новосибирской области и Красноярского края, выигравшие по 8 медалей и набравшие одинаковую сумму очков. А за Омской областью расположились сразу 9 регионов. Теперь лучшие боксеры этого возраста встретятся в конце лета на первенстве страны в городе Тюмени.